Эй, поаккуратненько. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём со мной. Есть, товарищ командир. Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Так. Тут наверху должны быть воздушные фильтры на экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Артём! Там должны быть 4 стартера! Жми на кнопку по сигналу! Вторая! Слушай мою команду! Пытаемся запустить систему! Давай, пуск! Ничего не выходит! Давай же, еще раз! Ай, безнадега! Проклятие! Прямо как в старом добром кино. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артём, уходим. Хватит играть с аппаратурой.
Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Ульман, налево. Профессор, направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём? Но что если... Держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Заработало! Ай да оборудование. Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый – уничтожен. Второй – небоеспособен. Третий, четвертый, пятый, восьмой, десятый! Да быть этого не может! Вот, вот он! Один есть! Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Проклятье. Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артёма. Ну, удачи всем! Упырье вымя! Да оно теперь повсюду растеклось! Что за мерзость! Дьявол, лифт-то здесь, да дверь заперта,
Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. А вот и питомцы сухумского обезьянника. Идите ко мне, друзья. Давай сюда! Ага, вот он. Надеюсь, он еще работает. Починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа. А там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Смерть уродов! Без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне жутко. Артём, давай ко мне. Где ж у него кнопка? Ага. Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков.
Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артем, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, и я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. Достигнута контактная зона. Она в тебя сядет! Внимание! Извлечение стержня. Есть половина мощности. Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Три четверти! Ну, тискну еще капельку! Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. 100%! Сейчас, ребята, минуту! Советом раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен?
Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Сказать,
поскольку невидимые. Да и на кухню они очень. Мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырь я жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Там есть лестница. Давай наверх. Молодцом! Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. На связи, Мельник, Мельник. Стреляй, Артем! Артем, Мельник, прием! Меня ранили. Будете на связи с Артемом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артем. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Thank you.
здесь. Он несет смерть. Артем, это Ульман. Прием. Он пришел истребить нас. Кто-то может дать сигнал. Артем, прием. Слышите? Артем, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Мы остановим тебя. Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его.
истреблять. Сдавайся. Остановите его, уничтожьте его, мы не позволим. Захват цели завершен. Артём, вылетело! Принимайте посылочку! Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом — метро. И мы победили».